сейчас хочу поговорить о контактном боксе. Контактный бокс у нас часто растет, боксы в контактном боксе. Но в основном это происходит на средней дистанции, где очень опасная дистанция. И там бойцы дерутся, заходят туда. И в этом контактном боксе, то есть у них на средней дистанции происходит как практически обоюдная драка. Вот. Хотя бокс это не драка, это мастерство, это искусство. Вот. Поэтому надо учиться боксировать и в средней дистанции, и в ближней дистанции. Особенно в ближней дистанции вообще никто не боксирует. Там только борются, хватаются, наносят непонятный удар по затылку, по почкам. И нарушает правила олимпийского бокса. Вот. Поэтому сейчас хочу показать вам немножко фрагменты контактного бокса. Это средняя, ближняя дистанция, особенно ближняя дистанция. Передвижение, конечно, здесь идут в основном шагами, ударываются с места. Вот. Три варианта работы ног. Прыжки, шаги и работа с места. Ну и четвертый вариант, вариант Пифагора. Как я уже говорил, это выкручивание пятки. Четвертый вариант, это вертикальный вверх. Он уже практически не работает. Вот, вот я строгую закрытую стойку. Закрыт максимально. Прикрываюсь. И защита мои какие? Нога мне перемещает постоянно. Право, влево, вперед. Подшагиваю, подхожу. Туловище работает мое. Раскачки все время маятники. Потому что голова должна все время смещаться. Право, влево, вверх, вниз. Все время голова смещается. Голова это цель для моего противника. И здесь я еще подхожу. Подхожу дистанцию, подбираю. Вхожу в момент удара соперника. Или вхожу сам с ударом. Вхожу, допустим, нанес удар. Все, я уже на средней дистанции. Я уже сблизился и пошел здесь уже боксировать. Вот я уже работаю. Вошел ближе к дистанции и работаю. Видите? Догоняю. Пошел за противником. Догнал сюда, догнал, перерезал. Подрезал угол. Две против, я уклонился, он промахнулся. Здесь я вцепился в него. Подхватил работу. Догоняю. Вот примерно это я произвел, продемонстрировал контактный бокс.